Я вас приветствую на канале, и в этом видео с вами хочу поговорить о своем курсе, который я записал на Udemy. Он сам по себе очень объемный, и чтобы для вас не было сюрпризом, это является адаптированной версией того курса, который вы смотрите на моем канале, на UCLA.UI. И все ролики, которые я там выкладывал, я их решил перепродать. И плюс некоторые вещи я тут добавил, потому что на YouTube вы не все мои видеоролики смотрели, и там не было какой-то полноценной структуры, хоть оно все поделено по разным плейлистам. И в этот курс я сюда добавляю ресурсы по необходимости, потому что у меня уже есть три студента, которые купили мой курс, и я уже сюда докидываю различные ресурсы, которые требуются по чек-листам или по необходимым сайтам, которые они запрашивают, потому что тут есть огромная библиотека видеороликов, которые затрагивают все тестирование. Тут нет никакой теории, есть только практика, в которых я разбирал сайты. Те пользователи, которые у меня на YouTube находятся, они не все смотрели. А тут вы как раз можете проходить курс видеороликом за видеороликом. И плюс у вас есть то, что вы можете мне постоянно писать как преподавателю, потому что я уже стал преподавателем, ну именно спикером Udemy, и я буду активно отвечать на все ваши вопросы, которые вы задаете, потому что когда я работаю с YouTube, то в этом случае не всегда ко мне прилетают многие комментарии. А многие комментарии, когда вы делитесь какими-то ссылками на какие-то обзоры, еще что-то, или что-то у вас не выходит по какому-то курсу, даже когда я с вами обсуждал Cypress или, допустим, Selenium WebDriver, вы делились ссылками, потому что вы нашли какое-то решение. YouTube это все вырезает, потому что он не разрешает, чтобы в комментариях делились ссылками на какой-то профиль. Он это все начинает вырезать, и многие вопросы, которые вы писали мне, они до меня, по сути, не доходили. В этом рамках Udemy вы можете мне писать. Я буду активно уже с вами чатиться. Почему так? Потому что я пока еще не настроен вести телеграм-канал, и он сам по себе очень много занимает времени. А вот как раз все свободное время я трачу на свой YouTube канал, и как раз я уже занимаюсь потихоньку Udemy этой платформы. Сам курс, по сути, стоит сейчас 9,99, ссылка на курс будет. Сейчас курс стоит 13,99, скидки я не выставляю, скидки выставляют сам Udemy, но сам курс, его основная цена стоит $20. Что вы можете следить за ценами, покупать за той скидкой, которая вам более выгодна. И тем более, как вообще работает алгоритм самой Udemy, если вы захотите именно заниматься и свой курс продавать, это очень сложно, очень затратно, потому что тут есть свои банковские и финансовые вещи, которые вам необходимо будет прочитать, даже выучить, для того, чтобы была транза с курса. Как это вообще происходит? Курс, допустим, в моем случае стоит $20, Udemy делает на него скидку $14, и мы его продаем. 50% по сути идет Udemy, это идет уже $7, и плюс $7 вы еще платите налог. Выходит так, что на те два курса, которые продал за $20, я всего лишь получил, ну 20 и 20 будет 40, но я по сути из этих $20, $40 я получил всего лишь $8.45. Вот по сути существенная плата вашего курса, когда вы его покупаете, потому что делится все между Udemy и мной. И плюс я еще плачу налог, потому что у меня открытый ФОП в моей стране, в Украине. Плюс я, ну так же как есть налоговая, я плачу налог. Тут все официально, потому что, ну как бы, на карман левые деньги никак не будут капать, все официально тут проводится, и вы платите уже налоги, когда работаете с Udemy. Такая же самая история и уже выходит с YouTube, когда вы подключаете себе монетизацию, на YouTube у вас тоже идет уже налог, вы платите. Давайте перейдем к самому курсу и увидим, что он себе содержит веб-тестирование, он содержит тестирование мобильных приложений, Postman. Вот тестирование мобильных приложений, веб-тестирование, самый большой плейлист, потому что мой канал, можно сказать, заточен был под веб-тестирование. Тут огромное количество различных видеороликов. Вы можете посмотреть первый ознакомительный видеоролик, который идет 32 минуты, я его поставил, чтобы вы могли ознакомиться. И следующий, это идет обзор инструментов различных, которые вы еще не успели посмотреть.
Следующая работа жира идет основной стрим, большой, который я вам рассказывал, записывал, который идет час 17. Фидлер идет Selenium Web Driver Java. Я его выставил как бонусный урок, чтобы вы могли, если вам будет интересно в дальнейшем заниматься автоматизацией, вы могли его посмотреть. И следующее это будет HTML 5 и CSS 3. В нем вы просто знакомитесь самоверстка на базовые вещи, посмотреть, как вообще пишется верстка, какие теги присутствуют на странице, потому что я неоднократно обращаюсь к DevTools, допустим, мы тоже перейдем, и всегда вам показываю различные элементы с самой страницы, допустим, и вам необходимо это знать, и как раз урок вам отлично поможет. В дальнейшем, я думаю, что практические занятия тут прикреплять не буду, они не столь необходимы. Почему? Потому что все необходимые ресурсы, которые я делал и прикреплял, которые тут могут быть, это, допустим, у нас есть, тут вы не можете увидеть, они просто сейчас все в закрытом доступе, ну, я открыл в отдельности вкладку, чтобы вы не видели. Тут есть ресурсы, прикрепленные к видеороликам, которые необходимы, нету, вы их можете запрашивать. И плюс все видеоролики, которые вы хотите, я выставил так, чтобы вы могли их взять и скачать себе на компьютер или просто смотреть через приложение. Да, почему я еще так сделал? Потому что неоднократно сталкиваюсь с тем, что мой контент воруют и его переиспользуют даже на некоторых сайтах, не только сайтах, а на некоторых каналах YouTube. Видел свои видеоролики, я их специально не искал. Почему? Потому что YouTube мне сам написал, сказал, что ваш контент нашли на еще одном канале. Алгоритмы сработали так, и я действительно увидел, что мои видеоролики загружены на другой канал. И это тот же самый видеоролик, просто там вырезана была вставка, когда запускается анимашка, ну, с логотипом, а все остальное это было мое. Я к этому отношусь не сильно так и критично, потому что мы все живем в мире пиратства, всегда все воруют, всю информацию, все видео. Я не хочу говорить о негативности курсов использования моих видеороликов, потому что с многих курсов, с некоторых я это все отслеживал уже через Google, Android, ну, через Google Studio, именно через YouTube творческая студия. Мне рассказывают, показывалось по аналитике то, что многие, кто ко мне приходил, это кто-то кому-то советовал на каких-то курсах из различных форм, ну, платформ, они просто кидали ссылки, и ко мне приходили люди и смотрели мой контент. И я им неоднократно благодарен, потому что приходили и приходят новые подписчики, потому что то количество моих подписчиков, это не накручено, это, по сути, как говорят, органика, которая используется. И сейчас я пока ничего не вкладывал в раскрутку от канала. И, по сути, вся активность, это ваши вопросы, на которые я постоянно нахожу ответы. Потому что бывает, когда я готовлюсь к уроку или изучаю новую тему, я всегда ее изучаю, делаю, допустим, автоматизацию, какие-то тесты, а потом, чтобы закрепить самостоятельный материал, я вам об этом рассказываю. Вот, впоследствии еще курса, что я вам хочу рассказать, я его буду постоянно обновлять, будут добавляться сюда новые видеоролики, они будут или те, которые приходят с YouTube, я сюда буду добавлять, или те, которые буду записывать. Еще что вы можете посмотреть за обновлением самого курса, последнее обновление было в декабре, ну вот по сути текущий месяц, когда я сейчас пишу видеоролик на данный момент. А когда я его буду обновлять, вы будете не видеть дату, но вы будете видеть последний месяц или год обновления самого. Так как курс сам по себе новый, у меня нет пока никакого рейтинга, у меня нет никаких отзывов, так что я буду рад, если вы будете активно подключаться к этому курсу, писать, покупать, смотреть, и это будет очень классной практикой для вас. В дальнейшем рассчитываю написать еще некоторые курсы для Udemy, но это уже не будет адаптированная версия с YouTube, а это уже будут разбираться отдельные крупные примеры. Они не будут такие большие, как этот курс на 22 часа, и в среднем он будет 2-3 часа, до 5 часов, 7 часов, где я буду уже рассказывать о чем-то основном. Допустим, будем брать какой-то сайт, буду его тестировать, составление баг-репорта в Jira, допустим, чек-листа какого-то определенного, и это тоже будет все заливаться на Udemy, и сумма уже будет зависеть от того процента, который хочешь быть Udemy. Я никак не контролирую, по сути, сумму, как он будет продаваться, скидки, акций нет. Единственное то, что я могу и в дальнейшем буду разыгрывать скидочные купоны на мой курс, это будет уже участие в стримах, и вы сами можете заметить, что вот 22 часа курс длится, и вы видите, что
доступ через мобильное приложение устройства. Вот, и тут есть сертификат при окончании курса. Так что, если у вас какие-то вопросы, отзывы, пишите об этом в комментариях, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо, всем пока.